Всем привет, дорогие друзья! И вот вышла очередная на ККИ космическая игра Cosmos Invictus, которая называется. Найти вы можете ее в Стиме. В начале игры нам предлагают выбрать героя, выбрать расу, за которую мы будем играть, и в принципе приступить к обучению. Так, обучение в принципе вроде бы я прошел. Сейчас мне тут предлагают вроде бы как буст открыть, да? Угу. Тут его как-то еще так странно нужно перекинуть. Так, ну что ж, давайте открывать. В игре только английский язык. Еще не русифицировано. Не знаю, правда, собираются, не собираются они это делать. Вот. Сейчас, наверное, нам будут предлагать создать колоду. Да, наверное, так и будет. Ну, мы не будем сейчас создавать никакую колоду. Наверное, мы выйдем. Не хочу я, чувак. Ну, нет. В общем, нельзя никак здесь, я так понял, пропустить не обучение. Все, я выхожу. И туда не идет, и туда не идет. Так, ну что, мы в бой будем идти? Вот, смотрите, вот такие вот, вот такая вот у нас интересная колода получается. Справа у нас карты, посредине наш герой, здесь пилоты, которые могут заходить в наши карты. То есть карты — это корабли, а это пилоты. Ну что ж, давайте, наверное, начнем. Вот, и в каждой ячейке, обратите внимание, еще даются плюсы. Плюс к атаке, плюс к защите и так далее и тому подобное. И плюс еще наши пилоты тоже плюсуют, стакают здоровье и атаку нашего корабля, нашей карты. Атаки не наносятся так, как фрактованными картой, а так пуляются ракетами. Так, хорошо. Так, мне интересно, вот что с этой картой, которая вот здесь у нас осталась в углу, что-то она туда упала. Угу, она появляется как-то периодически, само собой, не знаю как. Уходит, наверное, на перезаряд, на обед. Так, у него там осталось 55 хп. Угу. Так, а чё у меня тут оружия никакого нету, да? Так, а вот и оружие, ребят. Берем это оружие и сразу атакуем героя. Противник. Ну, в принципе, вот такая вот игра получается. Игра, ну, в принципе, мне понравилась, интересная. Можно было бы, конечно, чуть эффектнее сделать все, как по мне. Немножко сыровато. Так, ну, здесь смотрим, нам дают разные плюхи за победу и так далее и тому подобное.
Вот, ну что ж, ребят, жду ваших комментариев, жду ваших лайков. Пишите, как вам игра, что вы о ней думаете. Всем пока.